Паша, бери тот УАЗик и разворачивайся на... Хорошо, хорошо. Да, на тот мост. Где синяя метка? М416. Чё? Чё? Для М416 есть ложа техническая? Ничего нет. Не-не. Я не знаю зачем, но я взял револьвер с глушителем. Попробуем с ним как-то помусолить бомжи. Еще тачка, возьму давай. Давай. Ну, а они на чем потом поедут? Чтобы байтиться. Да не, мне кажется, они это самое. Да это найс, это найс. Мне нравится, ребята. Это потажик. Ну сейчас просто перекрыв... Давайте кубиком, чтобы у нас получается хотя бы как-то прикрывало что-то. То есть не просто я этим? Тебя, я понял, да. Сделаем как бы себе преграды. Аирдроп на мост! Ёб твою мать, сейчас мы возьмем, сейчас примем. То самое чувство, когда разрабы тебе подкручивают в игре, чтобы ты выигрывал. Подкручивают, да, чтобы типа ты рекламил вдруг вас. Ну там говно, это первое. Подожди, Макс, так нельзя, ты взорвешься. Давай, Паша, сразу на мост. Похуй, Макса справится, я думаю. Да, я думаю, конечно. Тут же складами, так что... Ну, не надо так, на самом деле, это делать. Ну, он рядом падает, так что это... Ну, там бомжи с большей вероятностью находятся, так что, Максим, на свой страх и риск. Аэродроп — тема мощная. Ладно, сейчас я с Максом доеду, на всякий случай. Любезно упал. Так, на мосту уже есть чувак. Забирай. Беру так. X8 и... Ебать. Рюкзак на эти уровни. И все? Может ничего? Да вообще, это ж первый аирдроп, чуваки. Это самое днище. Там пацаны, чуваки бегают уже у моста. Подъезжайте скорее, пожалуйста. Все. У меня X8 с СКС. Я за ними смотрю. Они на мотоцикле сейчас попытаются проехать. Либо они с кем-то перестреливаются. Но они в ладье сидят. На 300. Понял. Перекрывайте. Да. Полностью, окей. Спереди. Так, давай я, Паша, сначала встану. Вон они бегают, короче, я не знаю, я по ним стрелять пока не хочу. Они между 285 и 300 ладья, поняли? Едет УАЗик. Остановился. Тихо, аккуратно, не стреляйтесь, уйди. Уйди. Попал по нему. О, их сейчас, там сейчас другие бомжи их встретят, понял? Да. Он сейчас будет в явно не самой лучшей ситуации. Так, я вот здесь прикрою, понял? Здесь тоже проезжают, просто бывает. О, я вижу там... мотоциклы. Ой, боже, что у меня? Так, я бомжу в ебальник попал. Я пока вижу, не да. Сдох. КЗ, прицелы есть какие-нибудь? Лишние? X. Скинь какой-нибудь. Если есть. Нету. Вообще ни коллиматора, нихуя, на. Я его вырубил. Все, соси, да. Так. А бинты есть какие-нибудь, ребята? Нет, только одна аптечка. А тоже одна аптечка только. Ну здесь очень дикий дефицит аптечек какой-то. Ну, в Сосновке. Как будто. Я вижу, вот слева ползают. Слева ползают на улади, короче. Я не знаю, как их оттуда вышибить. Блять, я бы допрыгнул. Улади, что такое? А, вижу. Двухэтажка что-то. Такая. О, мимо что-то летит, блядь. Прям в машину, слушай, стреляют. Да это вон они там стреляются, бомжи эти. Из лади, на? Блять. Не задрали меня уже, серьезно. Короче, этот УАЗик тоже на перекрой. Вот так вот сделаю, здесь проехать можно. Оставь, Паша, все, вот так. Там же, понимаете, целый сквад тоже, как и мы. Да. Ну как да. Мы, я думаю. Ну у них-то как-то дела вообще не такие крутые. У меня X8, и у меня мы тут надолго вообще засели, да, понятно. Вообще хорошая бы была позиция, если бы кто-то маяк бы держал, знаешь, с моста так. Чих, типа,
типа вообще пиздец. Ну да, да. Так, все, они побежали. Куда? Так, помогаю. Ну он за заградой ходит, гуляет там бомж. Давайте не будем тратить лишний раз патроны, я считаю. Да, просто да, да. Сидим. Близко они, они вот этого и ждут, как бы. Они этого и ждут. Пойдут сломал на сближение. Да, да, все, найс. Пойдут на сближение, мы уже будем с ними по-другому как-то общаться. Смотрите внимательно, если кто по тачкам начнет стрелять. О, машина едет. Тихо, тихо. Она справа не проедет. Минус. Вау. Лёха, аккуратно. Там все. Отойди, вроде. Отойди, Лёха. Я по голове. Сейчас тачки попал будут взрываться, Паша. Наши, что ли? Да, там забаговалось. Сейчас будет взрывы. Скорее всего. Ебать, у нас тут... А где у него труп лежит? Да, забаговалась точка. Далеко труп, далеко. Далековато, хуй с ним. Другие подбили. Он один ехал. Да. У него, походу, перебили весь этот склад просто и все. Ну, Паша, не ходи туда. Парень, да? Не-не-не, вылези нахуй, вылези срочно! Ты ебланишь. Ну, нормально. Взорвешься все нахуй, блядь. Максим так уже взрывался, блядь, сразу тебе говорю. Тут все нормально, не видишь, они сразу врезаются и багуются. Вижу. Тихо-тихо. Где, откуда? Спереди? НВ чуть-чуть на миллиметр правее. За ящиками. Ой, забейте, забейте. Вообще не, туда не стреляйте, не стреляйте. Это бред. Это полный бред. Спину поглядывайте. Может, спину как-то себе это... Одним, одной тачкой забаррикадим. Можно, давай я сделаю. Давай. Давай я вас отгоню, а ты эти перекрой. Прикрой, прикрой, прикрой. Не-не, стой, стой, я сейчас сделаю, я все сделаю. Вот так вот у нас будет прикрытие. А, да, да. Отгоняй вперед, вперед отгоняй. А эти ставим, да? Паша, да, аккуратно. Да. Они же стрелять могут начать, надо не ебланиться. Блядь, Максим, тихо. Все, 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 вылазь. Я никого не вижу пока что. 70 человек живут. Вообще, очень медленно, да, идет время? Да, если мотоцикл, он здесь будет проезжать в любом случае, так что это... Скажешь, если мотоцикл, видите, я постараюсь этой хуйней быстро сделать все. Опа. А, бля. Сверху, сверху, сверху. Ползи, ползи влево, влево ползи, сейчас. Да, сверху. А, сука. Блядь. С маяка, с маяка. С маяка, с маяка. Отойди, отойди, отойди. Вот, все, давай. Ревайв. Делаю. Сука, мразь. Машина какая, выглядит, а? Нет? Да, вот он. Сейчас я его ёбну, у меня X8. Дайте аптечку, пожалуйста. Забирай. Не высовывайся. Лёха, смотри, вот мост. Он вылез там. Короче, маяк, смотри внимательно. Мост, да, идет один. Он прям в открытую ходит. Но я не могу, мост надо сносить. Вон он, чуть левее, так. Видно? Хорош, вырубил. Всё, я снес, да. Хорош. У него там друг, походу. А может быть тот самый пидор, который еще с этого склада, который на мосту. Да, ну тут, тут... Там двое лежат, да, на мосту. А лута-то здесь нету. Там он один пробежал. Два пробежали. О боже, нифига там. Замес. Жесткий замес. О, мой чувак сдох. Все, найс. Фраг подкатил. Блять! Минус 2 нахуй. Остального убейте. Сейчас я к нему спину. Заебись. Так, нас оттуда еще спереди отстреливают. Ебаный рот, не успел ничего взять. Аптечку. Уйди, уйди оттуда. Сейчас. Или с маяка, я не знаю. Еще один лазик приехал. А нет, он. Мне нужны он аптечки какие-нибудь, мне нужно что-то. У меня вообще ничего нет. Сейчас и дым кину вперед, пацаны, и будем убивать. Киньте дым, да. Чуть правее надо было. Аптечку принесите сейчас, одну хотя бы. Сейчас, а сейчас вон он ползет, сделаю. По нему стреляют, все понятно. Все, его убили, кажу. Да, его убили. Все, найс. Подожди, что подожди, мне нужна аптечка. Кто забрал? Да сейчас я заберу. Кто все забирает, блядь? Ну шли, ман, ну вы заебали! Ну все вообще собрали, блядь. Ну охуеть. Отойди. Я слышу машину просто. Леха, не ссы, иди сюда, я сейчас тебе все скину. Блять, ни шлемов, ни хуя, ни брони, блядь. Всех моих бомжей же забрали, блядь. На, держи. Держи, я все скинул. Да не здесь же, блядь. Че я сейчас здесь забирать буду?
Так я вот скину за нашим укрытием, парни, вы чё? Понял, понял. Прицел нашел, спасибо. Вот, да, здесь аптечка, прочее. Так, вот аптечка мне очень нужна. Человек, я тут это... Ну я понял, it's your position, I haven't problem. Как ужасно, вот этот вазик стоит. Сейчас я его это, уберу отсюда. Подожди. А, лол. Ну вот так. Едет, да, едет, едет, тачка едет. Понял. По ней кто-то работает с маяка. Убил, все, в голову. Хорошо. С маяка кто-то работает. Понял, сейчас я его... Так, нет, уже нет, он не работает. Дайте мне маяк, я его сейчас это обработаю. А вы посмотрите, тем не менее, как зона-то классически охуительно сложилась из нашей ситуации. Чуть-чуть, да, нам чуть-чуть нужно назад. Дым, киньте на машину, я у них заберу аптечки оставшиеся, нет, и все в этом духе. А нет, ездим. Киньте к ним в тачку, где вот это последнее понял было. Блин, Вика, братан, она улетела. Сейчас что-нибудь придумаем. Прицелы 8Х есть лишние? Есть один. Давай мне на СКС нужен. Да, нихуя больше нет. Давай, а кидай здесь. Отойди, тудичку вот нахуй так. Вот он. Вижу. Хорошо. Да все есть. Мне вот все же интересно, кто с моста-то работал, блядь. Ой, с маяка я слышу прям. О, машина едет. Блядь, меня-то как вынесли! А ты умер, что ли? Ты где? Нет. Я не знаю. Стой. Один был, подожди. Все, их двое. Ебать, у трупов. Это топ! Это просто застава на мосту спасала. Это очень красивая застава. Ебать. Не знаете, аптечку, мне нужна аптечка, к слову. Я вообще не понял, я стоял рядом с тачкой единственной, они врезали из нее, и меня каким-то образом отрикошетило. Невиданные залупы. А вон тебя, походу, сбил. По пингу. Так я же стоял вообще рядом с тобой. Но она не к нам едет. Глушители там ни у кого не были. Машина внизу. Блядь, да тихо, сейчас я забаговался в ком-то. Так, сейчас посмотрим на них. Они нам сейчас конечки будут закидывать, я думаю. Нет, нихуя. Зону вижу. А мы если что сядем на эту тачку или поедем? Мне вот интересно, у кого сколько аптечек? Будет? У кого сколько аптечек? Ой, чел. Три. Вижу чела. Подождите. На мосту бежим, да. Я вырубил. Вижу. Еще бегут. Еще бегут, да. Слева бежит. Вижу. Хорош, молодцы. Чуть от зоны отходим. Валим. Тачки возьмите. Закиньтесь энергетиками. Энергетиками всякой хуйней закиньтесь. Сейчас я тачку отгоню к вам. Закидывайся энергетиками. Поделиться кто-нибудь может ими? У меня один только остался. Иди сюда ко мне. Давай, там на ту сторону моста надо уже срочно подбегать к ней. Все, у меня бинт последний, больше ничего нет. Аптечку могу тебе скинуть одну. Давай. Сейчас. Как лодка взяли, поплыла, лодка поплыла, да. Да, я по ним поработаю, попробую. Да, я на, я бросил. Сейчас катер смотрю, где. Катер почему-то за зону поплыл. Серьезно? Бежит, спереди, по мосту еще бежит, пидор. Он в любом случае отсюда выбежит. Мы в зоне. Я смотрю спину, вы смотрите пидора. Я спину смотрю. Максим, спереди смотреть, сказал же. А как я тебе буду стрелять, то у меня все равно не кайф. Но если еще гранаты есть. Машина. Ага, проезжает. Уже лежит. Сейчас кину гранату, стой, блядь. Лодка плывет. Спину? Понял. Точно посмотрели? Или это тот чувак был? Блин, три патрона забрал, серьезно? Тут еще не все пацаны, там еще есть пацаны. Я спину смотрю, что-то со спины слышу стрельбу уже.
Глухая такая. Так. Это у нас этого. Спереди еще есть, в любом случае, очень много чуваков. А, вот бежит один пидор. А, вон, гуляет. А, вижу, да, тоже. Я вырубил. Ну ладно, добивай. Я не хочу вот добивать, я хочу второго убить. О, все, минус, классно. А второго убил, да? А он сам автоматически помирает. Тут я советую убить, тачку брать и ехать уже. 17 да, секунд. Ну все, Леха за руль. Давай. Паша! Ушел? Не тормози, сникерсни, надо гнать. В эти дома вот сейчас поедем. Хорошо работаем. Ой, как я приземлил. Лучше дальше них, нет? Я советую на гору сейчас справа, да, поехать? Да, ну давай вот туда, на окраину, вот здесь, я поставил метку. Да, вот туда надо. И оттуда будем выдвигаться дальше. Главное не останавливаться, не начну стрелять, пофигу. Классно. Это реально охуительная карточка, мне нравится. Кто минус сколько сделал, давайте. У меня 4 6. Всего. У меня минус 8. Ну Паша, ну, Паша все ловит. Ребята, на троих людей как бы уже достаточно фрагов. Стандартная вроде. Мне больше понравилось, как мы сработали именно в том плане, что переставили тачки и никого не пускали. Реально, никто не прошел, блять, ни разу. А я чисто лег под машину и оттуда стрелял. Они не понимают. Че, в эти дома? Изи. Да. Засядем у них пока что. Надо. Машину думаю, здесь, пожалуйста, оставьте. Сейчас, подожди, охуенно вот так вот сделаю. Блять, не с той стороны вылез, так. Надо полить бомбу. Надо там тут центральный быть. Дом должен быть, по идее, если это правильные дома. У него должна быть крыша. Не, нихуя не те эти дома. Ну тут вроде как не утали. На всякий случай. Какой? Давай один дом сразу проверяем. А, серьезно, да? Классно, я в гранату кину, мне там. Заутаны. Пиздеж. Заходим. Да, и тут окна пробиты. Они значит сидели здесь какое-то время. Ну главное, чтобы хотя бы этаж был чистый, все, этого достаточно. Да, нормально. Все чисто, все найс. Так, смотрите, у меня одна аптечка. Есть 3 энергетика, одно более утоляющее. Один энергетик, давай. Да, мне тоже давай. Отойди. У меня 2 аптечки. Кого 0? У меня одна аптечка. Значит, у всех по одной, у меня 2, да, окей, сойдет. Так, кому нужны 7,62 патрона? У меня есть, хватит. У меня все тоже есть, все есть. Я их выкидываю тогда. Хотя можно, да, подкинуть, ладно, возьму 60 патронов. Дайте мне, пожалуйста, 5,56, у меня 2 обойны. У меня... Я могу тебе... На, держи, 20-ку скину. Тоже 20 скину. Угу. Даже, ну, до 20 сойдет. Так, зона. Зона, ребята, не с нами, побежали к тому дому. Да, пошли, сразу. Еще не медлим. Там что было, снайперская винтовка или дробовик? Дробовик. Да. Едем или идем? Идем. Какой глупый. Нет, тут все утали. Вообще нет смысла. Пошли нахуй сюда. Еще двери после себя закрыли, как любезно. Вообще? Это не ты или не твой брат играл, Паша? Нет. Он ждет, кстати, хочет с нами поиграть. Как мы на сегодня? Ну какая-то... Подожди, надо чуть левее. Дурно делаем. Сейчас в дерево сядем, посмотрим, что там будет. Сейчас я посмотрю с этой, с винтовки снайперской. Дом на вид чистый. Главное, чтобы соседних домов нас не обшивали. Я спускаюсь вниз. Я бегу. Давай. Гора вроде как тоже чистая. Не, сейчас тебе точно скажу все. Блять? Справа. Справа вижу, да, справа. Справа, так. Вижу. Камень? Вижу. Дерево? За деревом. Понял. Убил. Очень что-то быстро я его убил на самом деле. Скорее всего, мне помог. Давай в дом бежим. Я попал, по-моему, по нему один раз и второй не добил. Угу. Ой. Кто стрельнул так? Да это я ёбнул, убил бомжа. В голову что ли? Да нихуя, четкий. Подкрепись, пожалуйста. Что-то у меня сегодня меньше всех врагов, найс. Че, мы в дом этот или? В дом, да, большой в дом зайдите пока.
Дверь закрой тут за собой, кстати, Паш. Это вы там были, надеюсь? Я, короче, здесь буду сидеть. Нет. Хотя нет, лучше там Макс пусть. Типа тактическое небольшое есть, потому что почему нет? Да. Так, нам сейчас со спины бы, смотри, они друг там бежит. Я чекаю. Ебать, дизона. Йоу! Не, лечи нормально, типа. Вот. Так. Еще сковородку выкину. Мне кажется, ли вот дом это охранника лесоруба этого открытый, по-моему. Сейчас скажу тебе. Мы можем, смотрите, как сделать. Если у нас сейчас справа чисто, мы можем просто вот вдоль забора. Да, надо вдоль забора где-то вот оттуда заходить. Че, из-за тех самолетов. Давайте так, да. Нам уже надо. Давай, нет, нет, Макс, через. Ну ладно, через этот вход. Так вот, пофигу. Возможно, в этом домике кто-то есть на углу. Аккуратно. Надо вдоль забора за самолетами идти. Если что, ляжем просто и все. Не запуй, естественно, она заходит. Не, Макс, что-то ты это. Высунулся. Высунулся! Может, прыгнемся на С хотя бы? Спину надо чекнуть, спину. Я чекаю спину. Вижу бомжа идет на НВ. Один. Подожди, рано. Не буду пока даже шуметь. Их семеро осталось. Ага, еще бежит. Еще трое слева. Че, бомба не работает? Пока рано. Я не вижу. Лево хуево вижу. На 330 за самолетом. Вот он пробегает начало, видишь, да? Да. Сейчас они сядут. Вижу еще одного на Н-ке. Его нас тоже видит. Че, работаем? Я не вижу его никого, блядь, да ладно. Никакой Н-ки нахуй. XC-45. Он меня видит, по-моему. Нет, не видит. Они пригнулись, короче. XC-45 Н. Да. Я спину смотрю, вдруг кто бежит. Паша? А, да. Блядь, они, я думал, там сели сейчас, охуительно было. Слева один по левому пошел, смотри. Там пошел что-то. Зона, пошли. На самолет поправее брать, здесь хуёво. Да ладно. Правый самолет, да, вот этот? За турбинами лучше сидите. Турбины, они заебись. Так, поинки, эти чуваки сидят все еще в этой хрени, короче, про которую я сказал, которая 345М. Возможно, уже ушли ХЗ, я их пока не вижу. Энергетик принимаю на всякий случай. Максим, энергетик прими, если у тебя есть. Движение на 31. Один чел. Он вот в этой будочке, короче, около 1, 2, 3, 4 хрени, короче. Понял. 4-го танка. Угу, угу. 49 секунд, двигаемся потихонечку. Нас не видно, в траве уже маленькие расстояния. Бро, ну это пиздец. Я понимаю. Макса, мы же сказали лежа. Почему ты палишь нас? Он хочет быстро, видимо. Поспешишь, Максим, знаешь, что сделаешь? Будет очень другим людям. Макс, смешно. Пожалуйста, ложись. Окей. Что-то я не вижу, чтоб ты лег. Тебе что, обзор мешает, типа, лежа? Ничего не видно? Играем сейчас от третьего лица, только чувак. Ага, вижу спереди бомж. Не стреляй. Где-то. Не знаю, видит он. Нам главное до цистерны дойти, до цистерны нам доползти. Ползите, нон-стоп. А сейчас бежать придется. Не надо бежать. Ползем. Солнце мощное. Слева у этих цистерн пиздится. Они прям рядом на... Я вижу их, да. Он не прыгает. Они нас встречать будут тогда. Ну, не будут у нас. Ну, еще справа, да. Справа. Сейчас у них схлестка будет, схлестка. Пусть. Сидим, не высовываемся. Лежим точнее. Все, классно, мы в зоне почти что.
Ой, сильно бьет. Не встаем, не встаем. Больно. У меня аптечка есть. Юзаю бинты пока что. Вижу чувака. Тихо, тихо, тихо. 8 человек, это че? Ой, грязно. Двое мы видим, где-то еще. Ага. Нас трое. Справа, справа их ебашит. Сейчас они пускай ебашутся. Справа, Леха, в сектор смотри. А, Паша, ты центральный, я левый. Ага. Не шевелись, Паш. Никого не вижу пока что. Вижу, вижу чувака на... Примерно 15. Еще вижу чувака на... Где-то 340. Они все в цистернах пока что. Все в цистернах, да. Нам нужно ползти. Дым есть у кого-нибудь, кстати? У меня есть. Был. Да, нету. Да, два дыма. Кидаю? Давай, давай, кидай дым. Вырубил одного. Хорошо. Заходим. Через дым идем. Бежим, бежим, бежим. Нормально, нормально. Вижу его. Бью. Вырубил. В голову. Убил все. Убил его. Еще, еще пятеро. Ну, двое точнее. Так, я под эту ложусь. Хуйню. Вижу их. Где? 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 Всех убил. Класс. Вау, что? Серьезно? Добро пожаловать в топ-1, 12 убийц. Класс. Паша, ты убил сколько, блядь? Ты сейчас убил разом троих? Ну да. Мы двоих сейчас. А, ну это... То есть, Паша, подожди, давайте посчитаем. Паша 12? Да. Да, я 7. У меня 5. У меня меньше всех, но я потому что что-то как-то... 12 плюс 7 плюс 5... 24 Короче, фрага. Да, 24 фрага, ребята. Особенно учитывая то, что очень тактически крутой момент был на мосту с засадой. Поэтому, ну серьезно, это лайк, чуваки. Это круто. Это просто лайк. И если вы здесь впервые, конечно, подписывайтесь на наши каналы. Было очень потно и очень тактично. Добро пожаловать. Пока-пока. Amigos, guys.